65 лет. Пролетели как мгновение. Ты смерть. Да. Какая же ты смерть? Ты юнец в костюме. Костюм был на теле, который я позаимствовал. И я должен стать твоим проводником. Я хочу увидеть мир. Мистер Пэриш, джентльмен будет ужинать с вами? Да. Если я тебя представлю, вряд ли кто-то останется на ужин. И как зовут твоего друга? Виноват, это Джо. А фамилия у Джо есть? Блэк. А мы не встречались? Джо из другого города. Можно вопрос? Я не выделяюсь. Это безумие. Ты женат, да? Вовсе нет. Гей? Что это? Арахисовая паста, сэр. Как она мне нравится, эта паста. Это Джо Блэк. Он присоединится к нам сегодня. Главный вопрос сегодня — принятие щедрого предложения Джо Монтегю. Можно мне еще этих прекрасных печенек и чай с молоком, пожалуйста? Еще что-нибудь, мистер Блэк? Он тебе нравится, не так ли? Можно тебя поцеловать? Наверное. Лишь две вещи существуют наверняка. Смерть и налоги. Смерть и налоги? Да. Какая странная пара. Кто такой Джо Блэк? Живет у Билла дома, ни на шаг от него не отходит. Какая странная слабость в коленях. Ты вломился в мою жизнь с самой страшной новостью, а теперь крутишь роман с моей дочерью? Я люблю его. Да плевать мне на это! Спокойно, Билл. Сердечный приступ испортит мой отпуск. Universal Pictures представляет. Я влюбилась в него, хотя даже не знаю, кто он. Брэд Питт. Я знаю, чего я хочу. И это Сьюзен. Ты нарушаешь закон мироздания. Сэр Энтони Хопкинс. Ни в том месте, ни в то время, ни с той женщиной. Ты мне угрожаешь? Надеюсь, что да. И Клэр Форлани. Я хочу быть с тобой, Джо. В фильме Мартина Бреста. Пришло время рассказать тебе, кто я. Джо, мне страшно. Знакомьтесь, Джо Блэк. Что происходит, Джо? Мы как будто взлетаем.